вас с великим днем, днем нашей славы, с днем победы! Праздничный концерт в преддверии Дня Победы прошел в Доме культуры льнокомбината 26 апреля. Перед участниками Вологодского регионального отделения Союза пенсионеров с программой памяти павших во славу живых выступил хор ветеранов ДК льнокомбината, а помогали ему творческие коллективы города. Сегодня в Вологде проживает 959 участников боевых действий фронтовиков, около 6000 тружеников тыла, 1608 вдов и 111 блокадников. Часть из них пришла и на праздничный концерт. Обратился к гостям праздника и глава Вологды. Важнейшая, приоритетная обязанность, конечно же, заботиться об этих людях, оказывать им всяческое внимание и помогать по жизни. И замечательно, что в нашем городе есть вот ветеранские организации, как и Союз пенсионеров, которые активнейшим образом участвуют вот в работе помощи, в работе обслуживания тех, кто не может уже ходить, в помощи повседневной. За активную работу Союза пенсионеров глава Вологды наградил его председателя Сергея Теребова. Вологжанин признается, работа в радость. Основная наша деятельность – это работа с людьми пожилого возраста. Они этого заслуживают, они должны быть активны, они должны быть организованы. Им это нравится, ради этого мы работаем. За последнее время мы создали Центр активного долголетия «Уют», в котором у нас ежедневно проводятся занятия. С удовольствием приходят на концерт и вологодские пенсионеры. Настроение хорошее, празднично, что в преддверии таких больших праздников, праздника труда 1 мая и 9 мая, концерт тем более посвящен этим праздникам. Общегородские же праздничные мероприятия, посвященные 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в Вологде уже 7 мая. В этот день состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику маршалу Коневу. Иван Волков, Максим Тышковец, Вологда Портал.